Давно я не говорила о нации Z, и сегодня я все-таки вспомню про этот сериал и расскажу вам про такой вид зомби, который называется подрывники. Играть весь день в покер. Здесь наблюдаются потрясающие мутации. Как вы поймали подрывника? Подрывник? Мне нравится. Этот был особенно хитрый. Итак, знакомьтесь, подрывник. Эти люди превратились в зомби в результате взрывов, точнее говоря, ядерных взрывов. Интересно тем, что живой плоти предпочитает мозги, так что их жертвы не превращаются. Почему-то всегда одеты в белую одежду. А еще взрывы и радиации придали им особые силы, скорости и прыгучести. Чем-то их мозг, если можно так сказать, разум, отличается от разума других зомби. Мертвыми управлять не может. Как и все зомби, убиваются выстрелом в голову. Ну попробуй ты попади в такое быстрое существо. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. До свидания.